Всем привет, ребята, с вами снова я, Ниагара. И вот такую красоту я тут навела. Ну, кроме вот этого кристаллика. Там несложное задание, но почему-то никак мне не получается набрать 3. Но, как вы видите, у нас и так 53 кристалла, куда больше. А что, будем до сотни догонять? Так что да, я предлагаю не заморачиваться и начать 46 уровень. Перебор. С близнецами что-то не так. Но заметит ли это Патрик? О, термоизоляция. Что это значит? Апельсиновый сок. Сменили сок. Не проливайка? Он не будет проливаться? Денежек у нас всего 190 монеток, так что не пойдем в магазин. Корабль уже на подходе, готовится сесть на Татуин. А, не получилось у него ничего. Очень мило, дама, но я своих детей знаю. Мы ничего не делали. Чат, я не представляю, зачем ты это сделал? Но это была не Рис Уизерфорк. Меня чуть не забрали в полицию. С пощечиной такой. Ну, окей. Так, сразу вот это все накидаем. Это накидаем и пошли переодевать обратно малышей. Так, у нас новые мороженки. Вот тут изменения. Тостик, значит, один вот такой. Потом вот это надо взять. Вот это. И морожку. Киви. Прикольно. Замороженный лед. Мышка, мышка, где мышка, 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 подожди, мышка, вот она. Так, вот так. Подождите. Я вижу, что там танцы хотят. Мне надо сделать вот так, вот так, вот так. Это забрать и сюда. Так, сейчас иду. Так. Чего у меня почему-то не получается? Так, это забираем. Это тоже возьмем сразу. Так, без бекона. И так, подожди, такое. Ну-ка. На-на-на-на-на-на-на. Не нервничайте. Просто вас очень много. Ну что, еще подкидаем, пока они думают. Так, что там нужно с бекончиком? Так, а здесь нужно так, 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 так. И 2 цветочка. Все сделано. Так, чинг-чинг. Чинг-чинг-чинг. И раз, два, три, да-да-да, побольше. Сейчас, подождите, я не успеваю, блин, к детям подойти. Тут понабежали-то. Столько народу. Так, давайте тишек быстренько. Чик-чик-чик-чик-чик. Переодеваем. Оп-оп. Сейчас. Надо, наверное, отпустить, чтобы не потерять сердца. Так, без этого джема. Да, блин! Заказы просто прут. Так, это я вам отдаю сразу. Потом у меня здесь 2 бекона. Так, господи. Ну, заказывали. Так, тут просто бекончик. Здесь двойной плюс вот это. Да, блин, вот что заколебали меня. Сложные заказы. Так. Там еще ждут. Боже мой. Некогда детьми заняться. Так, тяните. Потяните, блин. Сюда, сюда. Что, у нас уже, блин, полсмены прошло, ё-моё. Так, быстренько, быстренько. Детишки пока подумают. Так, почти половина. Ага, хорошо, хорошо. Так, несложный заказ. Спасибо, дети. Вы меня пощадили. Ага. Ну, дети какие хорошие заказики делают.
Взрослым, блин, тосты всякие нужны. Ну да, конечно. Так, опять у меня полный стол уйдет. Ой, девушка, подождете? Я вот тут молодому человеку принесу. Все, замечательно. О, на заказывали, я же говорю. Так, вам вот это. Не то, да? Ну-ка. Не то. Блин. Так, потом вот так. А, еще раз так же. Божечки ты мои. Так. Ага, сюда. Здесь так вот прям накидать, накидать. Какой-то новый товар. А, какой-то диски новые будут, да? Так, такой простой. Потом двойной. Боже мой. Так, две эти сюда. О, я ничего не успеваю. Надо отпустить, наверное, да? Так, чинк, чинк, чинк. Чинк? Так, как это не проливайка, когда проливайка? Ну вот, конечно, они теряют сердца. Народу много скопилось, видите, что творится. Я еще не сделала самое важное. Подождете, может быть, а? Надо делать. Е-е-е. Так, сейчас, сейчас, сейчас я вам вот это отнесу и быстренько сделаю напиток. Я ж не проливайка, когда проливайка. Обманули. Ну ничего, все равно у нас с вами 3 звездочки, так что уровень пройден хорошо, основное задание выполнено, мышь найдена. Так что, несмотря на небольшую запару, все получилось. Ну что, ждите быстрее. Сколько можно ждать вас? Так. Деньжат мы еще подзаработали. Как там Энди? Ну, я не знаю, где он. Уверена, он скоро вернется. Извини, я на минуту. Друзья, я с радостью объявляю, что по результатам последнего испытания и попытки жульничества у нас абсолютная ничья. Спасибо, что пришли. Конкурс окончен. Всем пока. Ничья? Да это хуже проигрыша. Ну, сам виноват. Стоп, 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 стоп. Вы не сможете оставить телезрителей ни с чем, они слишком вовлечены. Нам нужен решающий эпический бой. Поддерживаю. Бой ему нужен, видите ли. Так, осознание. Пора сворачиваться, помогите Патрику проследить, чтобы товаров всегда хватало. Ага, чтобы у меня не было минуса. Перечеркнуто все было. Нельзя. Ну, давай. Последнее улучшение берем. Ладничка. Надо об этом не забыть только. У меня бывает такое. Вижу, у тебя отличное настроение. Ага. Ты совсем не переживаешь из-за последнего испытания? Не, я уже насмотрелся на что люди идут ради победы в ТВ-конкурсах. Лучше уж стану просто хорошим отцом. Ты и без этого хороший отец, и всегда им был. Знаешь, этот конкурс открыл мне глаза на то, сколько работы по дому ты делаешь. Обещаю, я буду делать больше, и не только по твоей просьбе. Наверное, были и другие способы тебе это объяснить, но сначала нам казалось, что этот конкурс – отличная идея. Нет, это и правда отличная идея, ты нашла способ до меня достучаться, а без конкурса до меня бы так и не дошло. Думаю, можно было придумать что-нибудь попроще. Итог-то есть? Так, раз, два, три. Ага, надо не забывать еще про нее. И все время подкидывать товары вот эти. Ой, у нас еще дополнительный столик. Так, а это... А, подожди. А, без. Блин. Так, так, так. Все, несу.
Так. Детишек. Отпущу сразу. Ой, какие вы лапуленьки. Какие легкие заказы. И убирай. Так, такая. И вот такая штучка. Держите. Так, еще какой-то новый. О, боже. Когда, понимаете, сменяют товары, как бы начинаешь путаться, потому что ты уже к ним привык, к этим, понимаешь, что хотят. А когда потом поменяют, блин, начинаешь это, паниковать. Панька, панька. Что? Я тебе не то сделала, блин. Ладно, этот уберем. Я все равно про него забуду. Так, что, детишки, подождете? Я вот заказ дождусь тут. О, с этими тостами, конечно, морока вообще. Нач. Что? Не то сделала? Блин! Черт. К этим детям не успел, может, переиграть. Ну ладно, сейчас посмотрим. Если что, за кадром сделаю. Самое главное, чтобы нам хватало вот тут всего. А остальное ерунда. Так, так, так и так. Нач. Это убираю я отсюда. Так, без всего, да? Угу. Без вот этого и вот этого, я имею в виду. Я не пользуюсь, не знаю, я потом, ну, успеваю. А сюда она не подходит, так как бы. Тут у меня в основном нервничающие люди. К ним она, к сожалению, не может подойти. Можно он ее вот сюда отправить по качеству? Так, я возьму два цветочка. Вот эту штучку тоже беру. Так, и тут у нас чинг-чинг-чинг-чинг. Вот такая вот история. Так, это сюда. Пуньк-пуньк сюда. Так, сейчас вот эти детишки подойдут, я сразу комбо сделаю. Оп. Тут вот. Подкидывать буду просто, потому что что стоять, надо сразу все накидать. Так, хоп-хоп. Хоп. Ты иди мой. Так, готово. Нормик. Так, подождите, не пишите мне ничего, тут я не вижу, что я собираю. Так, тут вот так и так и так надо сделать. Сразу его нафиг отпущу. Так, здесь вот так, вот так, вот так. Без джема это заберу. На, держи. Тут помой. Это отпусти. Так, чинг, 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 чинг. Все, вроде раскидались. Быстренько давай докидывай. Так, без вот этой штуки надо внимательнее следить. Ага. Иди-ка займи вот этих вот двоих. Заколебали. Так. Оп, оп. Держите. Так. Сейчас у нас будет комбо. Эти сейчас тостов назаказывают, я уже чувствую. Ну, а, нет. Вон. Так, раз, 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 раз. И водичку. Ты иди помой. Так, держу. И что там, две киви, да? Так, оп. Сюда. Так, что она там сердца теряет, блин? О, детишечки мои сладенькие. Какие умнички. Тетю Нину пожалели. С этими тостиками, вот с этими я досталась уже. Ну так. Отпущу-ка я этого дядю. Наверное, у нас не будет 3, да, не будет. Ничего страшного. Основное задание выполнено. Мышка найдена. Угу. Нормально. Так.
Так, я все устроил? Это еще что? Костюмы для сумо, это же последнее испытание. Пусть выложатся на полную. Лучший отец должен быть еще и самым сильным. Я пас, меня устраивает ничья. Не меня, а также мою начальницу. Энди все равно пропал, даже не отвечает на звонки. Что такое, парни? Похоже, вы просто трусливые цыплята. Что, прости? Что тут непонятного? Ко-ко-ко. Чет. Ко-ко-ко. Придурок. Второй придурок. Так, ладно, это я поправим. 48-е. Битва отцов. Приближается эпический бой отцов-сумоистов. Но готов ли к нему Патрик? Соберите все необходимое. Быстрая готовка, блин. Тост с овощами. Ну вот, сменили, видите, что творится. Ну ладно. Оси. Даже не знаю, Франсуа. Давай, Патрик, ери. Франсуа, не стоит. Патрик не собирается участвовать в этой ерунде. Что? Ну это же финал. Эмили права, мне плевать на результаты конкурса. Именно, тебе не нужно ничего доказывать. Хотя, я бы очень хотел поставить Чеда на место. Радостный. Да, он так ничего и не понял. Бедная Шерон. И он использовал близнецов, чтобы обмануть судей. А знаешь что? Оси! Цуки? Название приемов. Так, давай-ка, девочка моя. Раз, два, три. Чего надо будет приходить забирать? Ладно. Столов мне наставили. А все равно 3 звезды мы не получили. Так, а что это получается? Вот это, вот это. О, боже мой. Божечки мои. Что тебе не нравится? Я соб... Ну? Чё не так-то? Это. И это что, 2? Господи, их 2! Боже мой. Ну все. Конечно, я даже мышку не нашла. Подождите, где мышка? Ну все, это надо переигрывать. Нафиг надо. Там надо смотреть еще 2 или помидорки. Ну капец, конечно. Устроили мне. Ну как с этими беконами, тоже такая ерунда была. Я буду к столам ее посылать, чтобы у меня было время побольше, ну как бы... На заказы, на те, блин, 2 помидорки. Так, угу. И вот это. Ну-ка. Оп. Отнеси заказ. Так, ну-ка давай разберись с этими ребятами. Это я возьму тут просто вот так. Так, а что еще как? Так, так, без помидорок. Боже мой. Спасибо вам, ребята, что у вас какой-то не очень сложный заказ. Наоборот, палка. Так, здесь хоп-хоп. Вот где мышь вылезает? Я не вижу ее. А вот она. Конечно, не вижу, блин, она у меня под носом. Вылезла. Так, детишки, идите, рассчитывайтесь. Хоп-хоп-хоп, быстрее, быстрее! Так, тут что у нас? Вот так вот, да? Окей. Так, здесь помидорка. И вот эта штучка. Так, это что? 2... Что ты ботаешь? Мотаешь своей головой. Так, иди-ка к ним сходи. Меня тут все заколебали уже. Так, вот так, вот так, вот так. Это я взяла, его отпустила. Быстро рассчитай. Так, мне... Я вообще не могу. Так. Просто помидорка. Так, здесь что? Так, 2 помидорки. Вот так. Ага. Ну, вам пришлось ждать, да? Видите, какая запара? Всем что-то от меня надо.
Так, хоп, 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 хоп. Сюда. Тут там весится. Господи. Так, вот так сделаем. Это давай. Готово, пожалуйста. Это мне нужно забрать. Ой, помоги. У меня уже вообще запара запар. Готово. Так. Что им там надо? Хоп. Так, вот эта штучка. Потом вот так. Одна помидорка. Так, спасибо за ожидание. Ваш визит очень важен для нас. Давай быстрее отпускай. Так, детишек, давай. Потом водичку возьми. Чё ты встала? Водичку, говорю, возьми. Капец. Давай. Оп. Так, все, он больше ко мне ходить не будет. Это хорошо. Не сердитесь, молодой человек. Вам не идет такое сердитое лицо. Да, держи. Так, это я забираю. Чинг-чинг-чинг. Получилось. Так, тут быстро накидайте. Сходи, пожалуйста. Да не, хотя у них несложный заказ. Я сейчас девушку подожду. Они быстрее тут психуют все, чем те, которые сидят за столиками. Поэтому их нужно быстрее отпускать. А, держи. Так, мне что надо еще? Вот это, да? Так, займи. Человеков. Так, вот это мы тоже возьмем. Хоп-хоп, сюда. Потом сюда. Здесь берем две помидорки. Так, здесь берем вот... нет! Не берем. Берем вот так, потом две помидорки. Боже мой. Зачем они так усложнили? Ну ладно, пофиг. Что теперь делать? Так, возьми воду. Готово. Чинг-чинг-чинг-чинг, отдай. Так, тут надо мне сделать теперь вот так, так, о боже мой. Боже мой! Так, подожди. Вода. Сюда. Так, напиток. Ага. Напиток делается. Так, подожди. Оп. Соединить. Две звезды. Ну и хорошо. Замечательно. Хотя бы две. Так. Так, хорошо. Так, расплачивается. Угу. Как я люблю вот такие легкие заказы. У тебя же нормальные люди. В основном это дети. А с этой ерундой это, конечно, вообще. Это как меня бесил чай. Вот на прошлом уровне. Разные чай, красный, желтый, еще там плюс эти... Стаканы разные. Еще ждать надо, пока наполнится, капец. Тебе конец, чат. Конечно, конечно. Когда я в последний раз был в Японии, мой сенсей присудил мне почетное звание Кумысубу. Он сказал, что я словно цунами в теле человека. Готовьтесь к бою! Так, ну давай. На помощь! Ере, Патрик, ере! Чё, я нажимаю? Так, ща. Бросай его! Быстрее бросай. Проиграл за ребенка. А почему жена не смотрела за ребенком? Что за фигня? Взяла бы на руки. Папа спешит на помощь. Может ли детская любовь остановить сражение? Покупать нам уже нечего.
Вита, ты научился ползать? Приполз, чтобы помочь папочке? Я в порядке, приятель. А из-за дисквалификации противника победителем становится Чет. О, да, ха-ха, стоп, где камера? Ты самый лучший папа. Забудьте про Чеда. Снимай этого малыша с папой, мы на этом озолотимся. Круто, Патрик. Папа, папа. Это было так самоотверженно, Патрик. Ау, Шэрон. Алло, а как же официальный отец года? Так, ну что ж, давай быстренько. Следите, чтобы было по три сердца. Ой. В связи с последними событиями это сложно. Вот из-за этого вот. Так, займи-ка. Я пока разберусь, чего они хотят. Так, и вот такой цветочек. Ага. Давай, шуруй. Ничего себе! Заказик. Так, хынч. Готово. Сразу, блин, полные столы. Ну ничего себе, блин, да? Так, это у нас вот тут. Бутылочку я взяла. Мышка, я не знаю, где ты. Как всегда, где-нибудь на видном месте, да? Так, с чем у них... А, и то. Отпусти, пожалуйста, человека. Так, вот так. Чё? А, забыла. Простите. Так, здесь так, тут так. Покидать. Надо где-то еще мышку взять. Ну, сейчас она где-нибудь появится, все равно. И примечу, надеюсь. Так, вот дети меня просто восхищают. Своими заказами легкими. Что? А, вот она. А, спасибо. Вовремя высунулась, я туда как раз пошла. Займи, пожалуйста, любителей тостов, а. Так. Чинг-чинг. Вот такой. И... Чинг-чинг. Снова вот так. Угу. Все, разобрались с этими ребятами. Вот видите, много ли детям надо. Так, сейчас, детишки. Чик-чик. Давайте сделаем просто детское кафе. Пусть ходят одни дети. Так. Водичка и цветочек. Я забываю, что у меня здесь цветок вообще вычеркнут. Чё там? Новый товар. Так, я сейчас к вам отправлю няню нашу любимую. Так, это надо взять. Потом сделать вот так вот. Так, вот так вот. И смешать такой вот тостик. Угу. Так, поставь. Здесь вот так. Мальчику отдай. Хоп-хоп сюда. Да я вижу, что он тост просит. Я просто... Делом была занята. Так. Сейчас я мужчину отправлю. И детишкам там все нажму. Так, где там? Мышка теряется иногда. С экрана как будто вот теряю глазами ее. Так, что там? Так, вот так. Здесь. Так, вот так. Ну, я подозреваю, что тут какой-нибудь творожный сыр. Возможно. Что-то белое. Так, вот такой. Потом так. А, держите. Так, тут сейчас закинем морожку. И пойду делать тост. Готово. Пожалуйста. Сгоняй сюда, пожалуйста. Там нам заказывали опять. Так. Так, и вот так, молодец, это неси сюда, ты иди убери, я пойду расплачусь.
Так, и пойду делать. Ну все, уже нервничает. Да просто вот не дают никакого шанса, блин, задержаться хотя бы чуть-чуть. Иди отсюда. Чуть не испортил мне статистику. Так, это отпустить. Что? Сходи, а. У меня тут все разобрали. Что сожрали? Так, держите, пожалуйста. Так, что нам надо? Так, так, сюда. Делаем пить. Держи свои сердца, не надо. Не порти мне вечеринку. Ну что за человек? Так, детишки, нате. Это я вот делаю вот так, всех отпускаю. Идите отсюда со своими мерцающими сердцами. Да, я очень добрый ресторатор. Так, на, радуйся. Чик-чик. Так, вот это отдаю. Иди отсюда. Так, ну все, это последний, да? Фух, отстрелялись. Так. Предлагают праздновать все это печеньем с шоколадом. Печенье? Ребята, Патрик местный герой, люди его обожают. Они не хотят его отпускать. Это нужно использовать. Так, надо подумать. Клипы, портреты на футболках, тематический парк аттракционов. Мы не будем этого делать. Но я тут подумал. Что? Чего он там придумал? У меня, видите, стабильно. Нету третьей звездочки. Ничего. Справимся потом. Финал. Неужели конкурс все-таки закончился? Правда, Бобу все не имется, от него нужно избавиться. Так. А что, быстрая подготовка? Там и так стояла готовая вода. Это мероприятие, не конкурс. Никакой конкуренции. Задача просто хорошо провести время. Каждый отец приготовит детям сюрпризы, а мамы пускай хорошенько расслабятся и отдохнут. Что? Никакой конкуренции? И кто станет это смотреть? Неважно, мы сделаем это для себя. Может, Патрику и Чаду посоревноваться в рубрике деревьев? Или в хождении по горячим углям? Вон отсюда. Ну и ладно, идем, Газ. Найдем других дураков, которые, в отличие от вас, не против заработать. Лайк поставил. Папа, какой у меня будет сюрприз? Конкурс уже закончился, но, пожалуй, все-таки что-нибудь придумаю. Когда вернусь из Гонконга, думаю, поездка займет не больше 3 недель. Опять сваливает. Понятно. Прогоните Боба. Ну-ка, иди отсюда. А как мне его надо прогонять? Я вот на него нажимаю, ему пофигу. Четыре разочка. Так, ну-ка, отстаньте от меня. Так, это я вот так. Чинг-чинг. Чиринг. Это не забудь забрать. Так, одна помидорка. Ага, хорошо. Что? А! Понятно. Так. Хоп-хоп. Цветочек. Хоп-хоп. Обалдеть. Так, сходи, пожалуйста. А, ну, при помощи некогда. Ребят, вы точно уверены? Мы могли бы отлично заработать. Вы могли бы. Мышь, я тебя вообще не, сейчас не смогу найти. У меня, видишь, что творится? Так. 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 Отпустить. Чинг. Тут помыть туда. Так, накидай, пожалуйста. Так, что вы там хотите?
полная запара. Я вижу, что вы злые, месье. Ничего не могу с этим поделать. Так, чинг-чинг. Тоже две, да? Ага, несу. Иду, бегу, мчусь. Так, ты ко мне чё пристала? Так, мне нужно будет... Как насчет реалити-шоу 4 семьи, что там? Так, раз, два, три. Вот это взяла, отдала. Ага. Боже мой. Мышка, привет! Здорово, мышка. У меня, видишь, что творится? Просто корову. Сходи, пожалуйста. Я детьми займусь. Так, мне нужно мороженка. Мне нужен цветочек. Мне нужна вот эта штучка. Мне надо вот это вот сделать. И отдать людям. Давай быстрее. О, для тебя есть работа. Так. Две вот этих штучки. Так, потом так. Так, здесь еще просто помидорка, да? Ага, несу. Блин, как ты меня заколебал. Так, вот это. Да я вижу, видите, у меня дела. Че сразу психовать-то? Так, сделать вот так. Отпустить. Так, что? Мороженка. Отстаньте, люди, отстаньте от меня. Так, подожди-ка. Оп. У меня уже третье сердце заканчивается. Кошмар. Так, он меня последний разочек еще позовет, и все. И уже ко мне приставать не будет. Так, такое. Потом. Так, две помидорки. Сюда. Поставить водичку. Сделать морожку. Вот эту морожку тоже сделать. Так, на, пожалуйста, встань. Ты чё пристал? Так. Сюда. Да, бегом быстрее! Чё встала, дура? Чё она встала реально, блин? Ой. Так, сходи, пожалуйста, сюда. Я пока отпущу тех, кто тут у меня. Так, ага, на следующий. И вот к этим бежу вот сюда, пожалуйста. Что ты, блин? Нажимаю, вот я реально не понимаю. Нажму, и что-то как будто как не срабатывает. Ой, там сколько тостов заказали. О, все, как капец мне, капец. Капецный. Ой, ужас какой, а. Так. Помидорка, так. Что еще там? Две помидорки. О, боже мой. Я сойду с ума. Так. Иди отсюда. Так, подождите, люди, сейчас все будет. Так, знаете, держите. Водичка. Так. Хоп. Водичка готова. Так, еще водичка. Боже мой. Ой, отстаньте, пожалуйста, все. А, какой ужас. Какой кошмар. Так, что там надо? Два цветка сюда, этих отпустить. Вода, нажми. Детей давай, не будем мучить. Так, тут типка помой. Да я вижу, да. Нервы уже у всех сдают. Чинг. Если бы вы не заказывали так много тостов, было бы в вашей жизни намного проще. Так. Или в моей. Иди поговори с детьми. Дети, вы зачем тосты начали заказывать? Обалдели? А, нет. Ну да, один. Ладно. Так. Мужчину я сразу отпущу. Так, что нам надо? Две вот такие штучки. И последний на эту серию тостик. На, держи. Все. О, какая запара. Вот она взяла же, я на детей нажала. Почему она им не отдала? Ну да, здесь прямо вообще запара была. Поэтому, конечно, звезды набирать будет тяжело. Ну так, чтоб три было. Для красоты, ребят, на самом деле это вообще ничего не значит. То есть...
Свой этот алмазик мы получим, потому что задание выполнено. Мышка найдена. А 3 звездочки так, чтобы просто на карте красиво смотрелось. Но если даже не выполню, ничего страшного. Привет, Шаран. Я зашла, чтобы занести приз Чеда. Кружку с надписью «Лучший в мире папа». Обалденный приз. Спасибо. Ну, я просто оставлю ее здесь. Чед заслужил свой титул. Что ж, тебе виднее. Виднее или нет, но это правда. Извини, я даже не знаю, зачем я это сделала. Хотя, это неправда, я знаю. Я хотела, чтобы Чед победил, потому что я вам завидую. Лучше бы у меня был не идеальный муж, который проводит много времени с семьей, чем идеальный, которого никогда нет. Наверное, мне этот конкурс был нужнее всего. Но он так и уперся с чемоданом-то все равно. Так, у нас, смотрите, открылись всякие приколюшки. Это будет у нас последняя дорожка, вот эта, до 60 уровня. Так, на помощь мне срочно нужно твое внимание. Открылось. Так, и здесь мы можем что-нибудь да прикупить. 58 кристаллов, конечно. Можем ни в чем себе не отказывать. Че там, цветочки? А какая разница? А почему так в цене-то разница огромная? Вот тут вот, смотрите, например, вот желтые. И вот такие же. Какой бред, да? Давайте беленькие. Вот такие беленькие. У Патрика такой замечательный вкус. Здесь сразу стало веселее. А чё она на коленях? Ну ладно. Так. Ну, в общем-то, это уже у нас с вами следующая серия. А у меня пока тут есть работка. Спасибо вам за просмотр. И до встречи. Пока-пока.